праздником Пасхи. Сегодня мы выбрались на природу. Перед нами Оскол, Донецкая область. Мы сегодня варим кулиш. Поставили казанок на огонь. Кинули мы в казанок картофель очищенный и одну лучину. Когда закипит картофель, кинем пшено. Пока пускай варится. Так, посмотрим, как наша картошечка уже закипела. Сегодня у нас будет кулиш с фрикадельками, называется. Есть кулиш, варят с тушенки, а мы сегодня сделаем в виде с фрикаделек. Дым в глаза попадает. Так, можно кинуть пшено, начинать кидать пшено. Кидаем пшено. И перемешиваем. Накрываем крышечкой. Пока так. Теперь кидаем фрикадельки наши. Это куриный фарш, присоленный. Черный перец. Это уже я сразу приготовила с дому и укроп взяла. Конец кинем. Еще добавим воды. Сейчас помешаем. Кидаем лавровый листик. Добавляем молотый перчик. Добавляем ложечку любимой приправы. В нашем случае это торчин 10 овощей. И добавляем укроп. Еще решили пожарить сосиски на костре. Сосиски с сыром.
Погода сегодня отличная. Тепло, дождя нет. Жарим мини-сосиски с сыром. Проверяем. Сварился наш кулишек. Попробуем сейчас. Вкусный. С дымком. Можно уже кушать. Насыпаем наш кулишек. Вот такой у нас получился с дымком. Приятного аппетита. Вот такой у нас сегодня праздничный пикничок. Отведаем наш кулишек. Всем приятного просмотра, приятного аппетита.